Здорово, бандиты и бандитки, с вами Спикер, и сегодня начинаем проходить Sons of the Forest на самой максимальной сложности, без смертей. Здесь разработчики сделали сложность, можно подобрать под себя, и это радует, друзья. Берем вкусняшки, берем попкорн, берем бабушкины пирожки, и мы сегодня начинаем в роликах, а может и на стримчиках, как, конечно, пишите в комментариях, мы будем проходить Sons of the Forest на максимальной сложности. Не просто выбирать, знаешь, мирно, нормально, сложно. Мы будем под себя подстраивать сложность. А здоровье врагов максимально. Урон врагов максимально. Броня врагов максимально. Агрессия врагов максимально. Количество животных минимально. Что понимаешь, меньше мяса и сложнее выживать. Время года с начала игры максимально — это зима. Да, друзья, не лето. Мы сразу пойдем искать теплый костюм. Я вам покажу, где это находится. И дальше. Время года, продолжительность. Здесь, конечно, можно выбрать по умолчанию. Ну, пускай будет длинная. Потому что длинная зима, длинное лето. Но зима будет длинная. Продолжительность дня, я думаю, нужно сделать реалистично. Нет, нет. Длинную сделать, потому что нужно намного дольше жить, выживать, а ночью просто спать, потому что наш персонаж хочет спать. Пускай будет длинная. Вы, конечно, пишите в комментариях, возможно, что-то поправим. Ну, начнем сначала. Но мне кажется, друзья, длинная самая нормальная. Чистота осадков сделаем по умолчанию. Выпадает дождь, это ничего нам плюс или минус не дает. А ниже листаем, есть у нас еще, не знаю, что это означает, возможно, перевод какой-то корявый. Урон от голода, кстати. А, нормальный, погоди. Тут есть сложный. Давайте сделаем сложный. Максимально, так максимально. И потребляем эффекты. Сложно. Не знаю, что это такое. Но сделаем сложный, друзья. Мы начинаем. Sons of the Forest на максимальной сложности. Погнали. Берем вкусняшки, берем попкорн. И мы начинаем. Мы начинаем зимой, друзья. То есть нужно будет сразу найти теплый костюм, сразу же найти какое-то место для лагеря, как обустроить его, сделать хороший костер и пытаться выживать. Конечно, мы все облутаем со временем. Пещеры, бункеры, все это дело облутаем со временем. Но сначала нужно сделать хороший запас еды, воды. Тебе приятного просмотра и, конечно, с тебя лайкосик, комментарий. Смотри, 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 все ж. У-ху, ты видал, как сразу снег лег. Длинный день, короткие ночи. Мы будем спать ночью. Начинаю зимой в первый раз. Выбрал максимальную сложность. Как его добило-то. Знаешь что, друзья? Начинаем выживать.
еще максимальная сложность была бы, если бы Келвина не было. Потому что он нам помогать будет, конечно же. Таскать бревна, делать костер, убежище. Все в снегу, буквально. Насколько быстро будем замерзать, я даже и не представляю, дорогие друзья. Но я вижу, уже все мокро. Так, сразу поднимаем Келвина. Пока у нас день, нужно сразу найти, знаешь, мясо. Нужно сразу приготовить фляжку и найти теплый костюм. Друзья, все это я знаю, где находится. Мы сбегаем быстренько, возьмем теплый костюм, оденем его и будем выживать. Пока по пещерам мы не будем ходить. Мне нужно, понимаешь, какие-то припасы. Какие-то припасы мне нужны. Сколько будем проходить за один ролик? День игровой? Я даже не знаю. То есть, насколько все длинно будет. Так, собираем припасы. Надеюсь, персонаж слишком быстро не замерзнет. Я очень это надеюсь. И в конце каждого ролика я буду записывать игру, и в сохранении будет указано, какая сложность игры, друзья. Чтобы, знаете, все по-честному было. Но на стримчике будет намного интереснее, по-моему. Но я делал вопрос, ребята писали, что делай ролики. Так что будем делать, если что, тогда ролики. Так, мы все облутали, походу. Сейчас мы достанем наш навигатор. Достанем сразу же топорик. Кстати, я вижу, он замерзает уже. Довольно быстро все начинается. Очень быстро все начинается. Так, мне нужно сразу же карту. Смотри, 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 как его трясет. Так, хорош смотреть. И погнали сразу же в теплый. Теплый костюмчик мне нужен. Погнали, Келвин. А поднять нужно жизни, потому что у нас будет жизни теряться. Можно, конечно, обогреться. Можно набрать сразу веток, если что, делать костер. И обогреться будет. Если уж слишком замерзнет. Смотри, как замерзается. Очень быстро замерзает. Так, нам нужен теплый костюм. Мы бежим вон в ту сторону. Там у нас есть красивый водопад. Тебя, конечно, живой костик, друг мой. Конечно же, комментарии. Что ты думаешь об этом? Насколько будет сложно выживать? Так, ветка. Мне. Так, я уже думал, туземцы бегут. Это просто Келвин бегает. Разминается, обогревается. А насколько интересно будет быстро падать еда, вода. Это тоже интересно. И как будет долго длиться день. Ну, ночь, понятно, она быстро пройдет. Мы поспим и выспимся за ночь. Это, знаешь, если мы найдем хорошее место и укрытие. Кстати, а я взял? Да, укрытие я взял. Так, мне кажется, вот промокнуть нам не стоит сейчас, потому что мы слишком быстро замерзли. Нужно идти где-то на такое место, где можно проскакать. Я даже, знаете, и не пробовал. А, давай тут пролетим. Я даже и не пробовал проходить максимальную сложность. Я включал стримчики, ну, было тяжело, чертовски было тяжело. Максимальная сложность. Но сейчас я выбрал самую максимальную. То есть, начиная с зимы. Интересно, а как мы Келвин будет себя чувствовать зимой? Это будет интересно. Кстати, животных мало, чертовски мало. Каждый, знаешь, олень на вес золота будет. Ну не придется жрать туземцев. Ты согласен со мной? Так, быстро устает, я вижу. Ну смотри, он вроде обогрелся, понимаешь, солнце вышло, ну обогрелся. Вначале он замерзал. Или, возможно, просто двигаемся, поэтому он обогрелся. Возможно, и так еще. Пока мы быстренько собираем ветки, где это доступно. Правда, можно и Келвину дать задачу эту. Но мы пока в движении. Мы пока двигаемся. Надо будет сделать фляжку. Сейчас бегать в бункер, сделать фляжку. Сейчас возьмем теплый костюм. О, уже туземцы появились.
сделать броник надо. Много всего поначалу. Дней 5 придется только все крафтить. И бегать в самое нужное искать. Конь. Ух! Вылетел нормально. Никак не привыкну к такой дичи. Вот красивый водопад, который, знаете, видел в первый раз зимой. Сейчас здесь облутаем, кстати. Здесь музыка. Ее можно отключить. А, сохраняться будем только в конце. В конце каждого ролика. Потому что игра вроде бы не вылетает. Все нормально. Вот теплый костюм. Так, сразу же взяли копье. Здесь есть какой-то у нас... Да, есть веревки, замечательно. Еще пару гробиков. И на той стороне есть гробик. Так, вот еще ящики. Проглядел. Интересно, сколько будет много животных? Или вообще не будет их? Так, это что у нас? Яичница? С апельсинкой яичница. Так, ну все. О, вроде все облутали. Ребята уже пришли. Ну это самые простые. Но они сразу же пришли. О, бросают меня. Слушай, я тебе сейчас брошу копье. Раз такой дерзкий. Ну, с ними связываться, сами знаете. Так, там еще пришли. Там еще пришли. Нет, уходим. Келвин, бежим. Сегодня я в роли Келвина буду бегать. Так, погнали делать фляжку. Нужно, нам нужна вода будет. Сейчас попьем воды. Он побежал вокруг. Попьем воды. Где вода? Стой, стой, стой. А воду? А что ли нельзя пить, оказывается? А нет, можно. Я уже думал, зимой пить нельзя воду. Все нормально. Потому что зимой я еще ни разу не играл. Так, бежим в бункер. Нам нужен бункер. Сейчас топорик возьмем. На всякий случай. Потому что держать блок, если что. И вон тот бункер. Там мы сделаем фляжку. Слушай, смотри, солнце вышло. Вроде утром он замерзал. Но сейчас солнце вышло и нормально. Но когда, походу, будет пасмурно, тогда будет холоднее. Но, конечно, нам нужны припасы. У меня совершенно нет никакой еды. Кстати, есть консервы. А я знаю, где находится ножик для консервов. Он находится в горах. Можно сбегать и туда. И, кстати, теплый костюм мы взяли. И я его почему-то еще не одел. Так, вот он. А, чуть ниже. Пардон. Все. Теплый костюм мы одели. Нам стало теплее. Давай-ка сбегаем сейчас туда. Возьмем фляжку. Сделаем ее. Скрафтим. Нужно сделать лук, конечно же. Пока вроде никого нету. Так, веревка. Изолента. И там же сделаем и стрелы. Идея, конечно, сумасшедшая. При максимальной сложности зимой. Потом можно будет на пляж. Хотя хочется взять, знаешь, все-таки консервы покушать. Сейчас день будет у нас намного длиннее. А насколько, я это не знаю. Со мной вместе вы это узнаете. Так, палки пока собираем, чтобы максимально были. Если что, сделать костер. Либо я ошибаюсь, либо он устает намного быстрее, чем раньше. Да хотя нет, так же поднимается быстренько. Где будем делать базу? Ну, пока сегодня переночуем, наверное, все-таки на пляже переночуем. А уже потом сбегаем, где будем строить базу. Так, у нас рядышком есть пещера. И, кстати, там есть электродубинка. Она мне пригодится. Она чертовски хороша, если правильно работать. Как раз тебе, мой друг, покажу, где находится она. Но в пещеру я пока что не пойду. Уж слишком я не готов к этому. Так, 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 так. О, сколько оленей! У меня даже и стрел-то нет, и перьев нету. Ну, есть копье, в принципе-то. Так, олень встал. Маленький. Мне нужно хотя бы, знаешь, маленького оленя. Давай-ка попробуем догнать маленького. Хотя, знаешь, и большой сойдет.
Нет, он слишком быстро бегает. Вот маленький. Надо было копье все-таки взять. Ух, олени ушли. Слушай, ну их трое сразу были-то. Так, пещера, мы возле пещеры, можно там покрафтить. Так, походу я промахнулся копьем и потерял его. Но мне нужно мясо. Нет, плохая затея, кстати, мы уже, кажется, замерзаем. Или просто это снег. А берем электродубинку и идем дальше. Мне нужна все-таки фляжка для воды. Мы голодны. Так, дубинка у нас находится прямо рядышком. Белка, какая милота, ты смотри, какая милая. Прям не боится. А трясется, смотри, как персонаж. У, моя хорошая. А, сразу возьмем мясо, первое наше мясо. Так, я вижу, видишь, мокрый и холодно, но нужно обогреться. Так, берем электродубинку. И забираем припасы, какие находятся у нас возле пещеры. Какие-то припасы есть, возможно, есть что-то съедобное. Так, Кевин. Так, бежим дальше. Идем в бункер. Пока время идет, знаешь, довольно стабильно. Ну, не намного. У-у-у. Стрелы нужны. Сейчас мы сходим в бункер, и там стрелы. Ну, возможно, получится все-таки. Нет, не получилось. С одного удара. Но они быстро. Они очень быстро. Так, сможем скрафтить? Сможем скрафтить копьем и все-таки попробовать оленя добить. Так, и ножик, ножик. Так, доброшу. Ага, переброс. Нет, все-таки нужны стрелы. Так, здесь что-то у нас есть. Так, батарейки пригодятся. Давай, все-таки копьем. Кевин, а еда со мной. О, попал разок. Второй раз попал. Копье, копье уходит, кстати. Нет, кажется, одно копье все-таки промахнулся. А возможно, будет истекать кровью, и он умрет. Но он слишком быстро, он уже, я не вижу его. Нет, еще вижу. Слушай, ну он уже истекает кровью, по идее. Он просто убирал с моим копьем. Нормально. Так, идем, идем в бункер, в бункер. Так, только не на воде. Так, бункер рядышком. Да, нужны стрелы. Сейчас мы скрафтим стрелы, и тогда уже без проблем. Сможем охотиться. Пока у нас есть белка. Это нормально. И, возможно, в бункере что-то есть еще вкусненькое. А как же без этого? Так, можно попить воды. Как раз находимся рядышком. Попьем. И бежим дальше. Так, практически 2 часа. Потом выйдем на берег. Там возьмем пистолет спасательной шлюпки. И можно, в принципе, делать уже временное убежище. Тут обрыв. Кевин, не отставай. Надо будет сделать максимальную стрелу, флягу и максимальную стрелу. Сколько хватит смолы на 3D принтере. Вот эта вещь здорово, что разработчики добавили. Чтобы, знаешь, не крафтить стрелы, пошел 3D принтер, нашел смолу и сделал. Так, практически пришли. Кто там бегает в кустах? Зима, конечно, сурова, но, смотри, живность есть. Так, где-то вот тут уже пришли. Ага. Там можно и обогреться, кстати, и просушиться. Но нужно будет по-быстрому, конечно, все здесь взять, что есть у нас. Чтоб не стемнело. Так, зажигалку. Отлично.
Так, включаем пока 3D принтер, пускай он печатает флягу, а я пока все это дело обутаю. Так, у нас стрелы чуть позже, нам нужна фляга. Все, пошло. Так, тут стрелы есть у нас. Ага. Тут, кстати, много еды, изоленты тоже хватает. И как раз смола есть. Так, еще печатает. Пускай печатает. Главное, знаешь, ничего не пропустить. Все нам дело пригодится. Так, походу готово. Забираем флягу и печатаем. Забирай флягу. Так, и печатаем, конечно же, стрелы. Маска не нужна, крюк нам не нужен. И сани тоже. Так, стрелы у нас есть, уже есть что-то, с чем работать. Так, пускай пока печатается. Мы сбегаем туда. Там что-то есть у нас. По мелочи, но есть. Может, какие-то чипсы валяются. Тоже пойдет. Часы пригодится. Ну и деньги. Чтоб кидать в костер. Так, провась. Сколько, интересно, у меня смолы, сколько хватит стрел. Но стрелы пригодятся. Чтоб, знаешь, не возвращаться сюда потом уже. Сделать сами стрелы. Так, готово. Забираем. Дальше печатаем стрелы. Так, вроде бы все забрал. Все сумки облутал. Тут у нас больше ничего нету. Книгу заберем. Почитать на досуге. Готово. Так. Пока печатает, глянем, сколько смолы у нас еще есть. Так, это в каждой по 50 или максимум 50? Ну, сейчас еще раз распечатаем. Сколько там уже времени? Ага, 3 часа. Осталось буквально 2 часа мне, и уже стемнеет. Давай еще раз, и выбегаем отсюда. И бежим сразу же на пляж. Так, тут у нас не работает. Отлично. Так, все, погнали, достаточно. Слишком остается мало времени, потому что ночевать мы здесь не будем. Мы все-таки будем ночевать на свежем воздухе, на пляже. Ну, до пляжа недалеко, мы, в принципе, успеем. Так, что у нас по еде? Еда есть какая-нибудь? Где свет? Свет. Да, есть чипсы, есть. Коктейль молотого можно сделать, но тряпок нету. Тряпок нету. Ну, кстати, хорошо, что у нас много. Много таблеток. Это здорово. Это нам пригодится. Все, побежали на пляж. На самый, знаешь, главный пляж. Где находится шлюпка, где находится пистолет на шлюпке. В шлюпке. И там же бегает акула в воде. Так, время у нас 3 часа. Также пиши в комментариях, сколько нам выживать дней за один ролик. Возможно, за один стрим. Набираем много палок. Если что, скрафтим еще стрелы, копья, чтобы их было много. Так, Кэлвин, ты где? Он неподалеку. Так, по воде мы не будем бегать. Хотя здесь придется нам в ту сторону перебраться. Сейчас выйдем к солнышку. Я думаю, мы обсушимся. И сделаем, конечно же, костер. Нужно обсушиться будет. Но мы уже на пляже. Ну что мы сделали? Стрелы мы сделали уже. Кстати, стрелы надо будет сделать. Сразу взять с собой. Вдруг какая-нибудь будет дичь. Олени. Нам все это пригодится. Можно пока покрафтить вон там. Ребят, которые валяются, отдыхают. Пляж в снегу. Обалдеть.
Но пока что все нормально, смотри. Вроде длинный день, но он не слишком длинный. Я даже и не покушал ни разу еще за целый день. Хотя мы очутились, кажется, в 12 часов дня. Если не ошибаюсь, мы упали на этот остров. Но устает, кажется, быстрее намного. На процентов 30 быстрее устает. Кевин, ты где? Я не вижу твоих следов. Так, устали. Сейчас мы тут покрафтим. Сбегаем, наверное, все-таки за пистолетом. Пускай пока Кевин мне сделает все-таки костер. Если что, я потом сюда приду. И нужно будет быстренько обсушиться. Но хотя он так медленно идет. Я, походу, сам быстрее сделаю. Так, собираем. Собираем все припасы. Это тоже нам пригодится. О, чипсы. Это здорово. Так, мой друг, ты где? Давай-ка сделай мне первое задание. Давай-ка костер. Все, отлично. Первое задание получил. Погнали за пистолетом, который находится в шлюпке. Так, черепахи. Черепах не вижу. Весла есть, черепах нету. Чайки есть. Так, поплыли. Маленько голодный. Спать он сильно не хочет. Смотри, пока нормально. Но мы все-таки очутились 12 часов на острове. То есть упали 12. Если не ошибаюсь. Ну, кстати, у нас теплый костюм. Но он когда промокает, все-таки нам холодно. Нужно все-таки держать, держать форму, держать сухую одежду. Так, акулу не вижу. Значит, замечательно. Значит, меня никто не сожрет. Нет, нет, кто-то укусил. За мой зад кто-то укусил. Надо подняться, подняться. А вот, вот, вижу. Кто-то за задницу укусил. Походу, была акула, да, как-то исчезла. Ну давай, свою задницу переванивай сюда. Отлично. Так, собираем все, что есть. Пистолет здесь. Да, вот акула. Акула. Ну, слегка не повезло. Так, выдымаем сразу себе ХП. Батончик есть. Ну здорово, смотри, чипсы, батончики, все напоследок. Сперва нужно мясо есть. Она портится. Так, все, что есть. Зубные щетки. Зубная нить, вон чипсы валяются. А, ну все, где у нас акула? Так, если... она вон прыгает. Можно, кстати, пострелять в нее. У нас есть стрелы же. Возможно, получится сразу, знаешь, убить ее. Где у нас стрелы? Так, вон, вон, вон. Так, это чайка мертвая. Не вижу акулы. Не будем терять времени, прыгаем и плывем. А, вон она, акула. О, тут две акулы, что ли? Вон там точно видел акулу. Тут две акулы. Я думал, одна даже. Ну, ХП у нас полностью. Надеюсь, пронесет. Она прыгает. Ее плавника не вижу. Она только прыгает. Прикормить мне нечем. Погнали. Ныряем. Глубже. Дельфинчиком, дельфинчиком. Так, у нас есть там костер. Пока дыхалки достаточно, плывем. Тут, знаешь, чисто на везение. Ну, прожить 100 дней при максимальной сложности. Да, чисто на везение. Но базу я хочу строить рядом с деревней туземцев, друзья. Туземцы самые такие... хорошие, крепкие ребята, где есть здоровые. Хочу там построить рядышком базу. Возле озера. Все нормально. Так, пойдем обсушиться надо, обогреться. Посмотреть еще. Черепашек, возможно, найдем. Мясо нам пригодится. Здорово, Кевин. Ты почему не отдыхаешь? Уже пора отдыхать. Уже скоро стемнеет. Так, нужно обсушиться. А мясо есть какое-нибудь? Давай-ка глянем. Хотя бы, знаешь, один кусок мяса надо все-таки. Все. Один кусок мяса.
Так, деньги еще не собрал. Все, можно, знаешь, с удочкой сидеть и отдыхать пока что. Сейчас мясо пожарится. Еще другой давай-ка. Файзи Energy Drink. Now in three new flavors. Thermal Grape, Bloody Banana and Chill. Нет, другой ранг. Нету радиостанции. Так, мясо готово, в принципе. Мясо там маленький кусочек. Фляжка есть, я забыл ее наполнить. Ну, ничего страшного, сейчас наступит уже следующий день. Давай-ка пробежимся туда, Кевин. Нам нужно бежать дальше, потом в ту сторону. Как раз пока есть еще солнце, мы побежим в эту сторону. Я думаю, друзья, один день выживания при максимальной сложности будем каждый ролик проходить. То есть один ролик, один день. Или пиши комментарий, сколько проживать. Так, максимально, что сможем пробежать, пока не стемнело. Сколько у нас времени сейчас? 5 часов. 6 уже совершенно будет темно. Так, черепах нет. Не вижу черепах. Пошел снег. Давай-ка на ту сторону. Надо будет сразу же сделать костер, потому что солнце сейчас уйдет, и тогда будет очень быстро замерзать наш персонаж. Смотри, уже мерзнет, уже мерзнет, уже. Прям сильно мерзнет. Ну понятно, ночью нет солнца и намного будет холоднее. Я думаю, здесь пора уже. Так, крафтим. Крафтим костер. Давай-ка крафтим. И обогреемся. Так, можно кинуть еще кусок мяса. Правда, это куски очень маленькие. Делаем палатку. Так, так, так. Нет, что ли? Деньги. А мяса-то больше нету. Ну, не беда, в принципе. Главное пока, что я еще живой. Главное, пока я 5 штук. Есть газировка. Но она пригодится еще. Энергетика. Давай-ка скушаем. Да, немного наполнилось, конечно. Нужно 2 пайка целых таких. Мяса надо будет много, походу, добывать. Красивый закат. Делаем палатку. Будем уже ночевать. Когда полностью стемнеет, будем ночевать. Нужно добыть еще перья. И маленькие камушки, чтобы сделать стрелы. Так, палка нужна одна. Так, почему ее... Мы замерзаем, погоди. Поближе к костру. Ближе к костру, и нужно больше листвы проходу бросать. Вот так. Достаточно. Так, а где мой Келвин? А он у меня там отдыхает нормально. Надеюсь, он вернется ко мне. Он, наверное, возле костра греется. Нормально. Так, 6 часов. Стемнело. Ни черта не видно, друзья. Будем ложиться спать. Он выспится полностью. А нужно, конечно, скрафтить еще стрелы. Пиши комментарий, как нам дальше выживать. На стримчик или в роликах. Так, есть уже пистолет. Это здорово. А, ну, походу, патронов еще нет. Но, возможно, есть в пистолете. Будем ложиться спать и увидимся уже в новых роликах по выживанию. При максимальной сложности 100 дней. Всем, кто смотрел, друзья, большое спасибо и увидимся. Всем удачи и пока.